Специальные показы казахстанского кино прошли в столице Камеруна. В Центральной Африке наши фильмы представлены впервые. В конкурсную программу международного фестиваля «Яра» вошла трагикомедия «Нартай» режиссера Гульнары Сарседовой. Картина получила 4 приза и была признана лучшим игровым фильмом. В программе спецпоказов наш кинематограф представили 4 ленты, в том числе любимый многими поколениями фильм «Меня зовут Кожа». Африканские зрители высоко оценили уровень казахстанского кино, а профессионалы индустрии предложили сотрудничество. Не исключено, что отечественные картины покажут еще и в Марокко, Тунисе, Сенегале и Конго. Я впервые увидел игровой фильм из вашей страны. Раньше видел только документальные. Когда, будучи профессионалом кино, смотришь работу профессионала из другой страны, ты пытаешься разглядеть кинематографию в фильме, киноязык. И он просто исключительный, он великолепный. И когда мы смотрим фильм, мы уже не в другой стране, мы в жизни, в конкретной истории, рассказанной киноязыком. И это то, что меня покорило. Им интересно все, что экзотично, в том числе такие страны, как Казахстан, Центральная Азия, они этого не знают. Они не знают наше кино, но после просмотра у них возникает интерес. Поэтому я думаю, что культурная дипломатия должна продолжаться. И вот это партнерство с фестивалем «Яра», который, я надеюсь, будет продолжаться и на следующий год, я думаю, что это будет вносить свой вклад в продвижение позитивного имиджа Казахстана.